Урочистые мероприятия до Дня оборонцы Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь проходят у Гродинской области. 23 лютого – свято у всех, кто имеет дочинение до службы у армии. Мужчин и женщин военных профессий, кто зараз выполняет свой воинский обовязок и кто отслужил. Это свято у всех тех, для кого 23 лютого – символ патриотизму, готовности оборонять свободу и незалежность своей родимы. У областном центре с нагоды Дня оборонцы Айчины гродинцы собрались в городском парке для подножия мемориала загинулым советским воинам и партизанам. Тут прошел урочистый митинг ушанования памяти солдат, которые отдали свое життё при вызволении родимы подчас Великой Айчинной войны. День защитника Отечества. Вот здесь мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти и свой святой долг уважения тем, кто своей жизнью заплатил за то, чтобы мы жили на своей земле под мирным небом. И наша святая обязанность помнить об этом подвиге, не только помнить, но и передать эту память следующим поколениям белорусов, воспитать настоящих патриотов, которые и дальше будут обеспечивать безопасность нашей страны и сохранят память о одном поколении воинов, которые своей жизнью заплатили за то, чтобы мы получили возможность жить в своей независимой стране, так как мечтает жить, наверное, любой народ, жить на своей земле и с уверенностью смотреть в будущее. Удельники митингу, представники улады, упрацованных коллективов, громадских объединений, студенты, ветераны на гранит мемориала ускали кветки и вянки. Память героев войны была ушанована хвилиной молчания. Завершился святочный митинг урочистым маршем войскоўцаў. Поздравляю всех жителей нашей области, всех, кто уважает этот праздник, всех, кто служит. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, всем нам мирного неба над головой.